По одним прогнозам одно, по другим гораздо скромнее. В городской администрации озвучили точное количество улиц, которые будут отремонтированы в следующем году. В список вошли 154 улицы. Примечательно, что днем ранее озвучивалась меньшая сумма. Из наиболее проездных и проходимых улиц можно выделить неотремонтированные участки Воровского, далее Герцена, Заводская, Казанская, Карла Маркса, Конева, Ленина, Октябрьский проспект, Попова, Преображенская, Хлебозаводской проезд, Чапаева, Московская. Правда, по словам директора дирекции дорожного хозяйства Андрея Менькина, конкретики в том, окончательный ли этот список, нет. Более того, у дирекции дорожного хозяйства прогноз по следующему году гораздо скромнее – 102 улицы, а не 154. Еще пока до конца нет, еще такой актуальной информации нету, самой последней. Нам же нужно будет длину улиц, километраж, соответственно, площади, выйти на определенные площади. Поэтому вот мы планируем таким вот образом, чтобы в эти площади вошли 102 улицы в следующем году. Также стало известно о том, что по поводу перечня улиц, подлежащих ремонту, в следующем году в городской администрации распорядились провести публичное слушание. Свои мнения можно будет высказать 25 сентября в 17:00 в 299-м кабинете здания администрации. Говорится, что пожелания можно оставлять и в другие дни и часы, вплоть до 27 сентября, но уже в кабинете 523. Удаленные варианты общения в администрации почему-то не предусмотрели. Кстати, со списком улиц, в которые вошли пока что 154, можно ознакомиться в группе информационного канала «Город» ВКонтакте.